Приветствую тебя на моем канале, на канале Summer. И сегодня мы с вами поиграем в страшилку. Называется Night Security. Ничего не знаю про эту игру. Ну, страшилка, коротенькая вроде бы. Давайте попробуем. Текущее сохранение. Нет никакого текущего сохранения. Ну, да ладно. Я готова его потерять. Ой, какая сенса, жесть. А здесь есть какие-то настройки? Громкость звука, чувствительность мыши. Можно понизить. Так, вообще, что-то, если честно, не знаю, в чем замес этой игры. День рождения. Еда. Угу, понятно. Еда — это хорошо. У нас есть дети. Наверное, я не знаю. Ну, либо мы сами, конечно, может быть, в такое играем. Всякое бывает. Ну да. Это, видимо, мама, папа, я. Счастливая семья. О, тортик. 7 лет, видимо. Ну, я так думаю, что это ребенку 7 лет, да? Графика, конечно, очень интересная. На меня кто-то будет выпрыгивать в этой игре и пугать меня? Бельишко. Мне уже страшно. Туалет. А что это за пятно? Или... А, или это тени такие? О, у нас тут спит мужчина. Или женщина. Непонятно. Кто-то спит, а мы ходим, шумим. Что мы сделали? Переоделись? Видимо, да. О, тут спит наш ребенок. Ни хера себе, Мишка. Что-то какая-то комната, если честно, безжизненная. Что происходит? Мы уехали? Поехали за хлебом или за сигаретами. Машина у нас, конечно, топчик. А, охранник 35. 35 — это наш возраст. Так, и что мы охраняем? Кого мы охраняем? Быстрее ходить здесь нельзя, да? Я надеюсь, я вообще в правильную сторону иду. Вот вход. На нашу работенку. Охранник. Значит, это все-таки жена наша спала. Там кто-то был или мне показалось? Господи, музыка напугала меня. Стрелка часов указывает на 12. Похоже на то, что некоторые работники до сих пор не ушли. А теперь я должен сделать обход и запереть двери, начиная с первого этажа. Мне уже не хочу. Мне уже страшно.
Я утратил связь с Кейго Очиги, который в прошлом был охранником этого здания. Он, наверное, уволился. Отныне я буду полагаться на тебя. Видимо, в этой компании действует правило, запрещающее любую сверхурочную работу после полуночи. Проверь часы, камеры наблюдения и список задач, прежде чем делать обход. С наилучшими пожеланиями, менеджер Ямамото. Нормально так. Сверхурочная после 12. Не после 6, не после 7, после 12. Жесть. Проверить пожарные сигнализации в задних частях комнат и запереть двери. Выключить свет в уборных. Если люди все еще не ушли, отправить их домой. Где моя метла? Чтобы людей прогонять метлой. Ну что-то мне кажется, что это не работники. Остались. А как проверять пожарную сигнализацию? Ой. О, тут темно. Мне не нравится. Никаких аномалий. Аномалий. Аномалии. Какие еще аномалии? Эй, что это было? А как дверь запирать? Вот это вот? Закрыли. Первая дверь. Сделано. Главное, чтобы не нужно было ни от кого бегать. От какой-нибудь бабайки. Не хочу бегать. От бабайки. Я сама себя пугаю. В игре еще ничего вообще не произошло. А я трясусь. Как, блин. Осиновый лист. А это что за дверь? Это лифт? Блин, да хватит шуметь. Ну ладно, наверное... Так, домой! Иди домой! Ой. А, вы новый охранник? Время уже поджимает, да? Думаю, завтра я займу своих подчиненных оставшейся работой. До встречи. Давай-давай. Шурой. Походочка у него, конечно. Смешная. Так, проверяем сигнализацию. Аномалий нету. Идем за нашим чувачком. И закрываем дверь. Old. Закрыли. Так. Кабинки проверить нельзя? Ну... А, свет же еще нужно выключить везде. Точно. А, туалет мы не закрываем. Ну, да, в принципе, логично. А то сейчас закроем, а там кто-нибудь в кабинке сидит. И что? И все. Просидит человек до утра. Свет вырубила. Ну, вроде в тех комнатах свет вообще не горел. Никого? Вроде никого. Никаких аномалий. Нет, наверное, от бабайк убегать здесь нельзя, потому что тут вообще в этой игре не присесть нельзя. Ни шифта нету. Что этот звук означает? Что я молодец или что? Непонятно. Может быть, мне бы сейчас высветилась бы какой-нибудь ачивка в Стиме. Но у меня нету интернета.
И поэтому ничего мне не высветится. Но я думаю, что да, это значит, что мы вот этот вот этаж 1F сделали. А сколько еще здесь этажей? Непонятно, если честно. Ой. Так. Ой, не шумите. Ни хрена, здесь 11 этажей. Вы не говорите, что мне каждый этаж нужно будет вот так вот проверять. Два F. Не, ну это, конечно, прикол. Я не готова каждый этаж проверять. 11 этажей, 11, Карл. Ладно. Мы погнали с самого начала. Ой, здрасте. Напугала меня. Что такое? Ах, ты, наверное... А ты крутой. Она решила ко мне подкатить. Давай обменяемся контактами. Я не смогу идти, пока не получу твои контакты. Обещаю, ты не пожалеешь. Вообще-то у нас жена. Хе-хе, лучше не игнорируй меня. Господи, жесть, она атакует с самого начала. До свидания. Мы что, дали ей контакт? У нас же жена. И ребенок. Какие контакты? Жесть, она вообще напала просто. Аномалий нету. Ухватилась. Вцепилась. Меня бы напугал такой подход. Потом она тебе житья не даст. Ой, кстати, а там свет не горел? Если горел, то я не выключила. А где вообще выключатель? Кто-нибудь видит выключатель? Я не вижу. Его нету. Как будто бы... Ну, значит, пусть горит свет. Ой! Кто это сделал? Еще. Дураки, что ли? Топ-топ-топ-топ. Что это? Телевизор. Что происходит? Я не понимаю. Ты все еще не закончила с этим? Как тяжко. Что ж, я ухожу. Удачи. И что это мы только что увидели? Отрывок, я не поняла, я реально не поняла, что это было. Ну да ладно. Вот опять же, я не вижу выключателей. Я хз, как выключать этот свет. Видимо, пусть горит. Туалеты. Вот в туалете? Что? Кто? Что тебе надо? Ох, охрана. Можете, пожалуйста, оставить свет включенным? Я его выключу позже. Ну, ладно. Может, там понос, я не знаю, у человека. Что же я, не человек, что ли? Оставлю. А эту дверь я...
А, это же та же самая комната. Просто закрываем тогда. Видимо, на этом этаже мы тоже закончили. Блин, а в чем хоррор заключается? Я только пока что сама себя пугаю. И все. По-моему, это симулятор охранника, нет? На третий едем. Нет, если так каждый этаж нужно будет проходить, то это, конечно, прикол. Вот это прикол. Три F. Ну, пошли опять туда. О, кто-то кашляет. Кто это? Здесь очень темно. Очень. И кто-то кашлял. Нет. Ну тут меня точно кто-то напугает. О, аномалий нету. Уходим. 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 Мне не нравится эта комната. Закрывай ее. Нафиг. Это ж та же самая. Хватит кашлять. Иди домой. Больные еще на работу приходят. Так, кто тут? Никого. Есть опять телевизор. Вот у японцев любимая, мне кажется, тема — это всякие телевизоры. Еще такие старые. Тебе бы лучше закончить это до завтра. На что ты уставился? Эй, ты меня слушаешь? Психодел. Блин. Треш. Тут тоже, кстати, свет горит. Работа нервная. Не советую никому работать охранником. Особенно в Японии. Тут вообще какие-то страшные телевизоры стоят. Тут никто не какает. Почему вы выключили свет? Разве я не просила его оставить? В смысле? Это ведь было на другом этаже. Он не включается обратно. Ну все. Ну все, попали в петлю. Пипец. Это же было на втором этаже, реально. Да. Это у которой понос был, она... вышла из туалета. Ну капец. Все, поехали дальше. Так. Лифт сломался? Или что? Нет, вроде не сломался. Четвертый. А его выключить нельзя. Блин. Нравится тут. С каждым этажом, короче, будет все страшнее, да, я так понимаю.
О май гад. Чёрт. Никаких аномалий. Я не буду смотреть туда. Кто бы там ни был, сидите там. Интересно, а что если просто закрывать двери? Вот туда вообще не заходить и просто закрывать. Но все равно будет засчитываться. Привет. Это опять вы? Мой босс хочет, чтобы я закончил работу к утру. Но это просто невозможно. Никогда не думал, что быть работающим взрослым так сложно. Они даже сказали мне освободиться вовремя, до полуночи. Должно быть, они просто шутят надо мной. Вы единственный, кто знает, как я стараюсь и перерабатываю каждый день. И когда я вас вижу, у меня поднимается настроение, потому что это значит, что я могу идти домой. Ну, видимо, я пойду. Увидимся завтра. Блин, эта лампа бесит. Это... Ага. Это мужичок, вот мы телек смотрели этажом ниже, на которого вот у него босс орал. Это вот он. Да, я вижу, что она мигает. Что так пугать? Нужно ее заменить. Кто дышит? Что это было за дыхание? Получена люминесцентная лампа. Ну не дышите! Ну что? Блядь! Ну хватит! Ты что, Дарт Вейдер пришел? Бля! Что это за хрень? Боже мой! А звука не было, что я этаж прошла. Мне его не засчитали? Что это? Блин. Да блин, ну это черт здесь стоит. Господи. Вот теперь засчитали. Ужас, какой ужас. Все, ладно, игра, ты доказала, что ты страшная, может хватит? Нет, я не готова еще 11 этажей. А страшно. Пятый. Это еще даже половина не пройдена. Ужас. А с каждым этажом все хуже и хуже. Тут вообще света нет. Прекрасно. И вообще.
Да, темно. Нужно проверить электрощитовую. Это где электрощитовая у нас находится? А, это вот она. Отсутствует предохранитель. Блин. Типика история в хоррорах. Предохранитель. В Outlast'е, по-моему, тоже нужно было какие-то предохранители искать. И если я не ошибаюсь... Сначала нужно включить свет. Рычаг не сдвинется с места. Похоже на то, что здесь нет питания. Нужно найти причину. Угу. Причина. Монстр перегрыз провода. Кстати, вот этот вот монстр, которого мы видели, это заработавшийся японец, я вам говорю. Да, а как мне выяснить? В чем проблема? Интересно. Проблема не в этой комнате, да? Питания нету. Заперто. То есть нам нужен предохранитель в первую очередь. Будет предохранитель, будет свет, будет питание. Ну, в туалете, наверное, я не знаю. А где нам взять предохранитель? В туалете у монстра? Монстр, поделись с предохранителем. Боже, это что за дверь? Тут пола нету. Вода. Кровь. Жесть, конечно, у этого охранника, мне кажется, шиза. Это ящик. Лестница. Нет, не лестница, это шкаф. Стеллаж. Короче, походу, надо идти туда, где красное. Что, если сворачиваешь куда-то? Типа, с одной стороны есть красная эта вода, а с другой стороны нету. Если иду туда, где нету, то прихожу в итоге в тупик. Ну... Все, тупик. Как вообще в здании на пятом этаже может быть какая-то такая хрень?
Тоже тупик. Вау. Супер. Ни хрена не видно. Кузенька, привет! Домой иди, спи. Странно, я думала, сейчас будет скримак, как дверь открою. На меня вылетит он. Ура! Да тут тоже вода, что ли? В смысле? А тут-то почему вода? Угу. А, блядь! Вот ты где. Свет все еще не загорелся, так что не мог бы ты дернуть 4 автоматических выключателя? Я ухожу. Удачной работы. Капец. Какая милая дамочка. Первая есть. Второй. Третий. Еще один нужно. А где он? Этот я уже дернула. А где четвертый? Да блин. Чё за фигня? А, вот он. Свет включился. Та девушка уже должна была уйти. Надо убедиться, что в этом в комнате наблюдения. На первом этаже, что ли? А, или вот эта комната, которая была заперта, наверное, это комната наблюдения. А вообще, мы же наоборот везде свет выключаем. Так-то, у нас задача такая. Это 5F. 1F. 2F. 3F. 4F. Твой парень работает охранником, да? Ага, он вполне хорошо выглядит, так что я прибрала его себе. Но разве он не встречался с ней раньше? Ага, все это знают. Ну, Ой, то есть ты фактически заполучила его силой? Какой ужасный способ сказать это. Но в целом я покорила его своим телом. Серьезно? В любом случае, она мне не ровня. Я более очаровательна, так что это было неизбежно. Ты настоящая дьяволица. Пользуется большим вниманием, когда... А что случилось?
Что за... Что происходит? Что за дурдом? Я ничего не понимаю. А, мило. Очень мило. А, камера на третьем и шестом этаже теперь не работает, да? Понятно. Как мило! Кого-то убили. В тот момент попал на камеры наблюдения. В подобном месте я не могу поверить, что она... Я увольняюсь с этой работы. Кейго Очиги. Давайте посмотрим фильм. Угу. Нам так повезло. Верно. Благодаря мы можем освободиться пораньше. И она берет на себя полную ответственность. Но что, если она уволится? Что ж, это было бы весьма проблематично. Если она это сделает, я могу в конечном итоге и обидеться на нее. Ты права. Японцы. Что тут скажешь? Ладно, я еще не закончу патрулирование. В смысле не закончу? Мы же были в этой комнате. Не поняла. О! Вау! А это наши? Нет, вроде бы. Вот дверь пропала, где мы предохранитель брали. Блин, вообще нормально. И следы ведут из стены. Заперто. А что значит, я не закончила патрулирование? Я была в той комнате. Что я там еще должна сделать? А, я же... Точно, я же не проверила пожарку. Аномалий нету. Совсем нет аномалий в этом здании. Угу. Ни одной... Все, мы закончили с этим этажом. Ой. Что-то как-то слишком страшно стало. Ой. Ничего себе. Это уже не мои проблемы. Упала и упала. Я с этажом закончу. Мои полномочия здесь все. Мы едем на седьмой этаж. Блин, жесть какая. А это что? Что происходит? Трэш. Какая романтичная музыка зато играет.
Музыка. Куда делась музыка? Музыка. О. Ну, это ладно, выключим. О, тут есть выключатель, кстати. Что он не жмется. Вот тоже кровище. Закрыла. Да. А она как будто в замедленном действии, да, я так понимаю. Она типа так О, здрасте. Офигеть. Жесть. Извините. Простите. Простите, извините. А, это был еще шестой этаж? Это же был вроде бы Ой. Седьмой, нет? Быстрый этаж, кстати. Отсутствует несколько кнопок. Нужно их найти. Они должны быть где-то неподалеку. Все кнопки отсутствуют. А, это седьмой. Блин. Я думала, это уже восьмой будет. Сюда не пройти, кстати. Забраться наверх не сейчас. Давайте заберемся, не знаю. А что там наверху? А, кнопка. Спасибо за кнопку. Спуститься вниз. Не знаю, что написано. Если бы знала японский, то, наверное, поняла бы. Это тут такие звуки я издаю? Или нет? Забраться наверх. Я думала, тут будет... Она так смотрит на меня. Спуститься вниз. Ну да, только голова-то у него не туда повернута. Короче, они живые. И зачем вообще этот этаж? Проверяем. Если тут вообще ремонт. Ну, только три кнопки нашла. Мне ж четыре, наверное, нужно. Где еще одна? Непонятно.
Я что-то пропустила? Или трех, может быть, достаточно? Но был бы тогда, наверное, звук. А я не была... Я была на всех этих стремянках. Или на вот этой я не была. Не была. Оказывается. Но звука зачистки этажа все равно нету. Почему-то. Нет, я не хочу. Я даже не хочу смотреть. Сука. Какой ужас. Восьмой этаж. Блин, еще 4 этажа. Так темно. Охренеть. Тут просто кто-то пил пиво. Услышал, что кто-то идет. Банку выкинул, убежал. Все просто. Я не виновата, что не смогла ничего сделать. Потому что они мертвы. Все исчезают из-за них. Я не сделала ничего плохого. Это все их вина. Что происходит? Я не напугалась. Не страшно, понятно вам? А что, свет не выключается, да? Ну ладно. Что это был за звук? Ой. И дверь не открывается. Этаж зачищен. Ой. Осталось 3 этажа. И домой. Поскорее бы конец рабочего дня. Торт есть. Дома можно будет отдыхать.
Господи, да что за... Ужас, ахи, охи, вздохи прямо мне в ухе. Ой, кто-то помер. А, нет, живой. Он уснул просто. А? Вот дерьмо, я уснул. Уже так поздно. Что с тобой? Ты продолжаешь приходить снова и снова. Стоишь там каждый раз, как я просыпаюсь. Ты все это время был здесь? Ладно, как бы то ни было, ты не знаешь, где мой босс? Он уже ушел. Этот чертов харасер сказал, что не уйдет сам, пока не уйдут все остальные. Я тоже ухожу. Офис у них, конечно, такой себе. Требует ремонта. Харасер. Это что значит вообще? Ну что, опять меня будет баба пугать из туалета? Нет? В этот раз решила меня не пугать. Ну спасибо, конечно. А почему нет звука, что этаж зачищен? Я же все сделала. Кнопки не работают. Аварийный выход. О, нет! Там на этом аварийном выходе происходит какой-то ужас. Я это знаю. Ой, я здесь не была, кстати. Что это такое? Что это за лабиринт? Я не понимаю. Что это за кнопка? Я ее нажала. А что? Я вообще не уверена, что мне сюда. Получен... А, так мне сюда. Просто аварийный выход закрыт. Или нет, мне туда. Просто в наглую прусь, как баран. Ну а чё? А чё он встал? Встал и стоит. Это какой этаж? 10-й уже? Ох, это 10-й. А, классно. Найс. Слушайте, ну главное, что пожарные сигнализации говорят нам, что никаких аномалий нет. Вот остальное совершенно не важно.
все остальное не имеет значения. Ой. А здесь есть... Да, тоже пожарная. Это что, другая комната? Но точно такая же? Господи, с каждым этажом все грязнее и грязнее. Как будто бы стены говном обмазали. Так, а здесь лифт работает или нет? Последний этаж. О, кстати, там на аварийной лестнице можно было как будто еще ниже спуститься и еще выше подняться, но не факт. Может быть, там в итоге все завалено было бы какими-нибудь стульями. Ну, как это обычно делают в играх, чтобы не дать тебе пройти туда, где ничего нету. Мы падаем. А! Все в кровище. Звуки, остановите лифт, я сойду. Мы приехали в преисподнюю. Здравствуйте. Кто это? Ладно, ну я напугалась. Это был страшный скример. Окей. А домой же можно? Босс, ну отпусти. Домой хочу. У дочки день рождения. Ну отпустите, пожалуйста. Что, еще один этаж надо зачистить? Это же не 11-й. Вроде не написано, что это 11-й. Ну, тут не работает даже это. Пожарка. А в чем прикол? Мне надо закрыть все так же, как и на других этажах, или что? А оно не закрывается. Тут нету кнопки Hold. E. Ничего я должна сделать тогда. Код. Не хватает кабеля. Кабель. Ой, блин. Труп. Зато труп с кабелем. Ничего не показывает. И чё, почему он ничего не показывает? Труп на месте? Блин, чё за фигня? А как сделать, чтобы он что-то показывал? Можно закрыть вас обратно? Вы меня смущаете. Мне, получается, нужен код от сейфа. От сейфа?
И еще мне нужно, чтобы мне еще и телек начал что-то показывать. Блин, игра так-то длинная оказалась. Я уже час играю. А я думала, минут на 40. В туалетах ничего нету. Может, на одной из досок написан код? Я не знаю даже. Давайте посмотрим. Что это? Получена окровавленная крышка. Ну, 0369, но вряд ли это... Думаю, получится отмыть эти пятна. Мне надо в туалет идти теперь. Ну, на досках реально ничего не написано, ни на одной. Ладно, го в туалет. Моем-моем. Крышка отмылась от крови. На ней нарисованы две линии. И что? Две линии. И о чем мне это говорит? Может, обратно в часы надо вставить? И я тогда пойму пароль. А в сейфе, наверное, лежит какой-нибудь пульт от телевизора. Девяносто шестьдесят пароль. Вот так вот? Нет? Может быть, здесь 60? А здесь 90? Вот так вот? Я не понимаю. А, блин. Вот так? Таля. 69. Нет, почему это... Это же 80. Ё-моё, вот. Во, ура. А, кассета, а не пульт. Там 80-60, просто очень похоже. Я несколько раз ставила 80-60. Ну что покажете? Ничего не могу делать. Реально какой-то психодел просто. Артхаус.
Японский артхаус. Аист. Я больше не могу здесь оставаться, только сейчас. Нужно выбираться отсюда. Да ты что, блин, чувак, в смысле? Ой, труп исчез, кстати. Куда делся? А до этого я... Блядь! Что тебе нужно? Клетка какая-то. Что происходит? Ой! Ой. Меня сожрали? Мы упали? Это кровь? Нас сожрали? Или мы упали? И разбились? И рядом что, труп чей-то лежит, или мне кажется? Это конец? Блин, очень странная игра. Не то чтобы я, конечно, рассчитывала на какой-то прям... Не то чтобы я рассчитывала на какой-то прям сюжет, не знаю. Сюжет сюжетный... Ну, это был просто реально какой-то артхаус. Ничего не понятно. Зачем нам вообще показывали вначале дочку, что у нас жена, дочь, что у дочери день рождения? Для чего нам это показывали все? Если мы сдохли... Вообще, еще даже я и не поняла, чего мы сдохли. Короче, вообще ничего не понятно. Не знаю, если честно, странная игра. Жмите на любую клавишу, чтобы пропустить. Какая-то перемотка назад идет. Что это? Мы уезжаем домой. Типа попробую еще раз или что? Или это... А, или это к тому, что 22 октября... Кейго, Чиги 35. А тоже было 23. Мы утром проснулись из 22 на 23 календарь перевернули. Концовка 1. А, тут типа разные концовки, что ли? А я, кстати, не знаю, разные здесь концовки или... Или нет. Может, загуглить? В общем, да, я загуглила. В этой игре есть две или три концовки, но я не нашла в текстовом описании. Есть какие-то видосы на Ютубе про разные концовки. Я потом посмотрю, наверное. Вот, но в текстовом варианте нигде я не нашла, какие концовки. Но мне кажется, что у нас плохая, потому что мы в конце померли. Наверное, есть концовка, в которой ты можешь выжить. Но я не знаю, что я сделала не так. Если вы знаете, пишите в комментариях, что надо было сделать, чтобы наш главный герой выжил. И, может быть, вернулся домой к своей семье. И все-таки отметил день рождения дочки. Вот. Мне будет интересно почитать. И в целом, пишите в комментариях, как вам эта игра. Мне она показалась странной, но, может быть, мне она показалась странной, потому что у меня странная концовка. Может быть, есть более... нормальной концовки, где понятнее объясняется вообще, что происходит. А может, надо вообще пройти на все, чтобы понять, что в этой игре творится. Да, спасибо вам большое, что смотрели. Спасибо, что боялись вместе со мной. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Ставьте обязательно лайк под этим летсплеем, чтобы поддержать его и мой канал. Ну и пишите комментарии, да. И увидимся с вами очень скоро в следующем видео. Или на стриме, или где-нибудь. Но точно увидимся. Всех целую. Всем пока-пока. До встречи, мои хорошие.